Как россияне будут отдыхать на майских праздниках в 2022 году? Сразу два праздника приходится на последний месяц весны. 1 мая ⁇ праздник весны труда, и 9 мая ⁇ День Победы. В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В общей сложности в мае у россиян будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней. А теперь несколько слов о новом самом заразном виде коронавируса. В Роспотребнадзоре оценили заразность штамма XI, который недавно был обнаружен в Британии. Однако российские ученые сомневаются, что у XI будут какие-либо уникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, так как новая мутация лишь на 10% заразнее предыдущих штаммов. Впрочем, известными мерами предосторожности пренебрегать не стоит, ведь береженных, как говорится, Бог бережет.